Алексей Николаевич Мишин, серебряный призер чемпионата мира и Европы, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер спорта СССР и России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Я все сказал или еще что-то можно добавить? Даже я думаю, что вы сказали многовато. А просто я тренер по фигурному катанию, профессор, заведующий кафедрой конькобежного спорта и фигурного катания на коньках университета имени Петра Францевича Лесговта. И я хотел бы, чтобы я бы в нашем с вами разговоре фигурировал не только как тренер, но и как преподаватель вуза, который, наверное, по своей значимости, по вкладу в спорт не меньше, чем какие-то другие спортивные институты. Вот вы сказали Лесговта, а я помню, я недавно делала передачу, искала материал о нем. Никто, например, не знает, что он парты школьные изобрел. И то, что он сделал для России, для Петербурга, это уникальный был человек. Да, он был основатель курсов, которые имели такой, говоря современным языком, спортивно-физкультурный уклон. И, конечно, в те времена он был новатором, он был человеком, который видел будущее, в котором мы сейчас находимся. Вот мы сейчас с вами находимся в таком, можно сказать, уникальном месте, спортивный комплекс «Юбилейный». И я знаю, что когда его открывали в 1967 году, в юбилей 50-летия революции, вам дали символические ключи от этого места. Вот скажите, это место силы для вас юбилейное? И ключами-то вы воспользовались? Ну, вы знаете, я должен сказать большое спасибо Дворцу спорта «Юбилейный». Это альма-матер моя и массы других фигуристов нашего города. И что наиболее ценное, вы знаете, бывает... Любовь очень сильная, но короткая. А у меня и у моего коллектива, тренеров, фигуристов, юбилейный стал большим другом на долгие годы. И должен сказать, что сейчас у меня прекрасные отношения с руководством юбилейного. И они делают все, что только можно, для того, чтобы поддержать наше спортивное подразделение. Если надо лонжа, пожалуйста. Если надо отопление, пожалуйста. Надо оборудовать зал, пожалуйста. Я думаю, что благодаря таким людям и теплится наш питерский спорт. Здесь находится ваша школа, да? Школа Алексея Мишина. Эта школа называется «Школа Звездный лед». Чтобы назвать школу Алексея Мишина, Алексей Мишин должен умереть, 30 лет пролежать там, где ему положено. И тогда комиссия по топонимике или соответствующая геральдике, она тогда скажет, можно назвать или нельзя назвать. Поэтому я тренер школы фигурного катания «Звездный лед». Скажите, пожалуйста, а вот ваша пара, знаменитая пара с Тамарой Москвиной, которая в свое время гремела, можно сказать, своими успехами, вот с чего началось все? Как фигурист? Как вы состоялись? Ну, я состоялся как фигурист за счет того, что много лет назад моя сестра Люда, моя любимая сестрица, подарила мне коньки-снегурки, я их привязывал к валенкам и катался по Рузовской улице. И думаю, что именно там я и состоялся как фигурист. Ну вот, наверное, все, что явилось истоком моей катательной деятельности, это катание за автомобилями с крючком по Рузовской улице. А вот вы родились там в этом месте, да, на Рузовской? Нет, я родился, если говорить о моем появлении на свет, то я вот сейчас заканчиваю воспоминания о своей жизни, тренерской в частности. И глава эта называется «Рожденные войной». Я родился за 3 месяца до начала войны в городе Севастополе на территории высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова. И потом переехали сюда, да, с родителями? И потом, моего папу, военнослужащего, офицера, перевели
Петербург. И когда мы только приехали в Петербург и гуляли с отцом по площадям и улицам, проспектам нашего города, папа мне сказал: «Леша, ты счастливый человек, ты живешь в таком замечательном городе». И сейчас я эту мысль внушаю своему внуку, когда мы ездим по западно-скоростному диаметру через Вантовый мост, проезжая арену «Газпром», я говорю: «Леша, Алексей Мишин Джуниор, ты счастливый мальчик, живешь в таком замечательном городе». А какие для вас вот места в Петербурге, ну вот ваши любимые? Вот куда вы любите ходить, гулять, смотреть? Вот что у вас в любимом городе? Моя жизнь в Петербурге связана со спортом и с фигурным катанием в частности. Поэтому неудивительно, что я назову три места, первое из которых – это церковь на набережной лейтенанта Шмидта, которая теперь церковь, она и была церковью. Но какое-то время, во времена моего отрочества, там был каток. И в этом катке сосредотачивалась вся спортивно-фигурная жизнь нашего города. Часть моей спортивной и моей тренерской жизни, которая продолжается до настоящего времени, она под этой крышей, под крышей замечательного дворца спорта «Юбилейный». Вы знаете, я думаю, что такие места надо сохранять. И не потому, что здесь удобно в центре города заниматься спортом. Здесь для меня это здание, оно ярко и ценно тем, что здесь полы этого дворца спорта, они намолены коньками выдающихся фигуристов прошлого. Нина и Станислав Жук здесь работали. Белоусова Протопопов, Валова Васильев. На худой конец Москвина Мишин. Здесь были Бобрин, здесь был Овчинников. Здесь катались Плющенко, Ягудин, Лиза Тухтамышева, уже звезда женского одиночного катания современности. Здесь аура особая. Знаете, когда входишь куда-то, не знаю, в Эрмитаж или в какой-то музей, и смотришь, да, Прада, Веласкес, Гойя. Это все излучает и тебя воодушевляет. Я думаю, что фигуристов современности также эхо и аура прошлых гениев конька тоже воодушевляет. Один из старейших журналистов, пишущих о фигурном катании, Артур Вернер, он изучал генеалогическое древо семьи Тухтамышевой. И оказалось, что предком Лизы является хан Тухтамыш. Так что мы говорим о человеке, корни генеалогического древа который восходят к Чингисхану. Но если говорить о сегодняшнем дне, то вчера была короткая программа, где Лиза исполнила тройной аксель и все остальные элементы. И получила баснословную сумму, одну из наибольших существующих в мировом фигурном катании. И сегодня она сделала два тройных акселя, отличных. И я горд тем, что Лиза является одной из немногих в этом параде прыгуней юных, исполняющих четверные прыжки. И она делает тройной аксель. Это элемент, который находится где-то в этой когорте элементов. Горд, что она представляет нашу школу «Звездный лед», что она является студенткой университета имени Лескофта, что она является ученицей школы при Дворце спорта «Юбилейный». Ну и вы замечательная девушка, замечательный человек. Характер хороший? Бойцовский такой. Конечно, если еще ее посадить на скакуна, дать ей саблю, то она, конечно, будет сносить головы. Но я бы хотел сказать даже о другом. В течение моей жизни перед моими глазами прошли судьбы очень большого числа выдающихся фигуристов, звезд фигурного катания. Должен сказать, что многие из них, становясь чемпионами, они очень сильно менялись. Они
становились более бережливыми к словам. Они экономили слова в разговоре. Они переставали замечать своих товарищей по команде. Они меняли систему взаимоотношений с тренером. Я должен сказать, что все эти достаточно характерные не только для мира спорта, но и вообще для любой сферы человеческой деятельности такие ситуации бывают. Такие метаморфозы случаются. С Лизой этого не произошло. Она такая же доступная, такая же добрая, такая же разумная, как и была. Наверное, такой какой-то дар у вас есть, такое чутье. Вот в этой маленькой, худенькой девочке вы разглядели. Это уже такой опыт. Вот у вас горстка семян и грядка. И вы эти семена натыкали в землю и поливаете, ходите и поливаете весной, летом, год, два. Из какого-то семечка вырастает замечательное дерево, а с другого семечка какая-то дохлятина растет. Конечно, надо правильно поливать. Если ты правильно поливаешь, то из хорошего семечка вырастет хорошее деревце. А из плохого семечка вырастет сорняк. А скажите, вот со звездами, которых вы воспитали, вы сейчас с ними общаетесь, с Евгением Плющенко, с Ягудой? Вы общаетесь с ними? Я общаюсь не со звездами, я общаюсь с людьми. Это нормальные мои бывшие ученики. Сейчас они мои соратники. Мы вместе живем, делаем одно дело, и мы обмениваемся новыми методиками. Я, например, Жене Плющенко поставляю тренажеры, которые коллектив наш создает. Так что мы просто живем в одной большой спортивной семье. Нас ждет очень интересный сезон спортивный. Ну, каждый новый спортивный сезон интересен по-своему. Но этот спортивный сезон интересен прежде всего женским одиночным катанием. Благодаря усилиям коллектива, которым руководит Этери Тутберидзе, подготовлено несколько, по крайней мере, три выдающиеся девочки. Две из них делают уже на соревнованиях среди взрослых четверные прыжки, что являлось еще совсем недавно какой-то недостижимой мечтой. Таких равных этим девочкам по силам в мире, наверное, одна-две. И, на мой взгляд, третьей вершиной этого треугольника является Лиза Туктамышева, которая не далее, как сегодня, блестяще исполнила два тройных акселя. И вот эта борьба самого нового с самым хорошим, добрым, старым, в этом и заключается интрига. Исход этой интриги мне относительно ясен. Конечно, люди, не владеющие прыжком тройной аксель или четверным, они в конечном итоге могут оказаться на пьедестале, но это будут исключения. Я говорю о ближайшем будущем. И этим этот сезон очень интересен, потому что этот сезон один из немногих, который можно назвать революционным. И мы ждем революционных изменений в нашем виде спорта. Думаю, что сейчас много критикуют мужское одиночное катание. Оно действительно сейчас выглядит как-то блекло. Но ростки есть, видимо, все эти семена в этой грядке есть. Их поливают, но всходики еще чахлые. Таких, как там Плющенко, Ягуди, Нурманов, не знаю, таких всходов пока не видно. Они просто, видимо, еще зреют, да. В парном катании очень интересное. У нас парное катание было, безусловно, лидером нашего советского и российского катания. Сейчас там сложная ситуация. Кто-то по болезни, кто-то достиг уже высот и ушел. У нас, наверное, то, что в футболе называется пересменок или новый коллектив игроков подбирается. Танцы на льду, мне кажется, что на хорошем подъеме есть 2-3 пары, которые могут составить конкуренцию самым сильным. Поэтому будем болеть за всех спортсменов, будем болеть особенно за наших спортсменов. И я бы хотел, чтобы этот год был счастливым для наших спортсменов, для спортсменов нашей страны в первую очередь, для спортсменов Петербурга и для тех болельщиков,
преданных болельщиков, которыми являются жители нашего замечательного города. А вы сказали, представляя тренажера, вот какая-то знаменитая есть лаборатория Мишин Шапира, где вы новые разрабатываете технологии, что-то придумываете. Благодаря сотрудничеству с инженером и изобретателем Виктором Шапира нам удалось создать очень много устройств. Часть из них уже вошла в практику фигурного катания. Иногда прилетаешь в Америку, идешь по катку, стоит тренажер. Откуда? Не знаю. Дело в том, что в России за рубежом появилось очень, очень большое число изобретателей тренажера Мишина Шапира. Они их делают и распространяют. Но у меня нет здесь ревности какой-то. Но интересно, что не только тренажеры или какие-то устройства, там жилет у меня есть, один жилет, второй жилет, Мишина Шапира. Но мы еще разработали такую систему, которая позволяет очень четко анализировать параметры движения тела фигуриста в полете. И мы сделали это около 10 лет назад. И недавно приходит Виктор Александрович и говорит, вот открыл журнал и смотрю, там наши разработки тоже без наших фамилий. Ну, вот такие вот у нас устройства. Но эта деятельность не является главной в моей жизни. А главное в моей жизни, что я гражданин города. У меня есть жена, у меня есть дети, у меня есть внук и внучка. И вот эта сторона жизни сейчас для нас с моей женой Татьяной является очень важной. Она тоже тренер, да? Она заслуженный тренер России. Она одна из лучших специалистов не только города, но и страны. И она первая в советском фигурном катании подготовила чемпионку мира среди юниоров. Это в то время это было очень большим достижением. Сейчас я работаю у нас в коллективе хореограф Татьяна Прокофьева, тоже заслуженный тренер России. Она ставит программы, шлифует движения, вселяет в людей художественное видение мира. И не могу, говоря с вами, не упомянуть ее фамилии. В нашем коллективе Артур Гачинский, наш ученик, призер первенств Европы и мира, замечательный атлет, сейчас дерзает на ниве тренерской работы. Ну вот. А сыновья чем занимаются? Мой старший сын Андрюша тоже начал заниматься фигурным катанием. И делал довольно хорошие успехи. Ну, в семье создалась такая обстановка, когда папа тренер со своей аурой, так? Мама тренер со своей аурой, с коллективом спортсменов. Сын со своей аурой, со своим двойным Луцем или двойным Акселем. Маленький начинает кататься на коньках. И это все начинало напоминать цирк Филатова, когда медведи, Мишины все на коньках. И вы знаете, такая создалась обстановка для одной квартиры, что мы с супругой решили переквалифицировать своих сыновей. И когда мы уже довольно взрослого Андрюшу привели в секцию на стадион «Динамо», то Андрей Насеткин, тренер, значимая фигура в петербургском теннисе, он посмотрел и сказал: «Ну нет, ну такой большой уже нет, не возьмем». Потом он посмотрел, как он играет. «О, какие у него ноги, как он мягкий, давайте». И сын стал мастером спорта, даже выполнил норматив мастера спорта международного класса. И Коля с ним подтянулся, мой второй младший сын. Тоже они не стали Макенроями или Надалями. Но они 6-7 раз, по-моему, выигрывали чемпионаты Петербурга во всех разрядах, были участниками крупных международных соревнований. Младший сын как-то входил в шестерку сильнейших юных фигуристов Европы в своем возрасте. Сейчас они состоявшиеся тренеры, отцы семейств. И мы очень довольны, что дети пошли по нашим стопам, заявили о себе как достойные жители нашего города.
А внуки? Говорят, что внуков-то больше мы обожаем, чем детей. Ну, знаете, внуки, вот еще младшая внучка, ей всего 5 месяцев. Я, конечно, ее очень люблю, она чудненькая девочка. Но когда появился у нас внук Алеша, Алексей Мишин Джуниор, то мы с Таней, с моей супругой были так рады, что и сейчас он доставляет нам такое счастье просто. Я даже в шутку говорю, ну как же вот у нас такая чудная игрушка замечательная появилась в семье, которая делает нашу жизнь такой яркой, полноценной. И говорят, ну кем он будет там, фигуристом или теннисистом? Вы знаете, у меня очень эгоистическое чувство в отношении вот Алёши. Я не знаю, фигурист, там, теннисист, баскетболист. Но мне просто, я там не думаю о том, что приготовить его, выучить на ученого или на спортсмена, на музыканта, хотя он очень музыкальный мальчик. Мне просто, у меня эгоистическое чувство, я очень рад, я его могу обнять, поцеловать, и уже этого мне достаточно. Спасибо за то, что он просто существует. И добрый, светлый. Он просыпается, и все, как будто солнышко встает в нашей квартире. Он яркий такой, непрерывно излучает. Я его зову мой бриллиантик. Известно, что вы заядлый грибник. Вот в этом сезоне как с грибами у вас получилось? Удалось вам по лесу погулять? Ну, я не могу сказать, что я заядлый. Я вообще больше, если говорить о моем хобби вне спорта, я люблю писать, например. Я в своей жизни очень много написал. Там, диссертации, книжки, научные статьи, работы, учебники. И, наверное, то, что моя мама и моя сестра, они выпускники филологического факультета университетов, наверное, это каким-то образом отложило. После того, как я закончил кататься, ко мне часто обращались журналисты. Алексей, ну... прокомментируй, кто как катался. И вот начинаешь писать, а эта журналистика очень быстро налаживает стиль и исключает тавтологии и так далее. Ну вот, но еще какое-то время я был патологический рыбак. Рыбалка занимала 90%. Но потом, волею случая, мне приятель говорит, давай возьми участок. И мы взяли где-то участок в районе Ваганово. И вот тут-то вся моя жизнь перевернулась, и я стал сначала владельцем 6 соток и читал журналы про 6 соток, устроил соответствующие дома, которые должны были располагаться на 6 сотках. Сейчас я тоже люблю сажать, пересаживать, выкапывать, выращивать, строить. Ну, уже даже размах моих вот дачных дерзаний вышел за рамки 6 соток. Да, такой вопрос. Вот еще известно, что вы кулинар, изысканную кухню любите. Можете поделиться, вот что у вас очень хорошо получается? Вот когда гости приходят, вы что готовите? Вообще, я как-то с детства часто заходил к маме на кухню, а мама мне говорит, ну, иди отсюда, кухонный мужик. Вот она не любила, чтобы я что-то... Ну, видимо, знаете, запретный плод сладок. И я люблю стряпать. Но в основном этим процессом занимается моя супруга, конечно. Ну, а когда приходят гости, я что-то сготовлю. Алексей Николаевич, наши вообще позиции в мире по фигурному катанию, как их можете оценить? Вы знаете, почему-то любителей фигурного катания хочется, чтобы российское фигурное катание доминировало в мире. На это я хочу сказать следующее. Дело в том, что фигурное катание и спорт в частности, спорт и фигурное катание в частности, является каким-то одной из граней всей социально-экономической жизни страны. Я думаю, что по сравнению с теми достижениями, которые мы имеем в других сферах человеческой деятельности, спорт и фигурное катание выглядят очень, очень достойно. Давайте скажем спасибо нашим руководителям, нашим тренерам, нашим спортсменам, в конце концов, за то, что они марку нашей страны на полях
сражений спортивных держат очень высоко. Ну вот откатал человек программу, вышел. Ну вот что вы говорите в первый момент, скажите, вот честно. Знаете, есть несколько категорий тренеров. Одни бросаются и начинают целовать. В стиле генеральных секретарей Коммунистической партии Советского Союза. Есть, которые недовольно бурчат. Ну что, да. А я стараюсь помолчать и подержать паузу. Потому что как высокое достижение, оно должно не сопровождаться всплеском эмоций, так и поражение не должно усугубляться этим нудными замечаниями тренера. Я думаю, что надо постараться вести себя спокойно. Конечно, в душе каждого тренера все равно кипят какие-то эмоции. И переходить к анализу потом, после спокойной обстановки, что было хорошо, что было плохо. Потому что, знаете, не всегда плохое выступление печалит. Не всегда. Смотришь, а там есть хорошие ростки. Думаешь, еще вот так вот похожу с лейкой, и росток приподнимется. Поэтому я вот вспоминаю мою систему взаимоотношений с Женей Плющенко. Мы никогда не обнимались и не целовались, там не бросали в воздух чепчики. Нет, этого нет. Но у нас, наверное, описание этих взаимоотношений должно вообще достойно книги рекордов Гиннесса. Потому что, чтобы там больше 20 лет вместе быть и вместе работать, трудиться, таких взаимоотношений ученик-тренер нет. Иногда бывают очень яркие, потом они становятся прохладными, иногда просто забываются. Ну вот у нас с Женей очень долго мы вместе, и думаю, что вот такая, наверное, сдержанная система проявления любви в эти годы, она сохранила наши чувства симпатии, уважения. Дружеские такие нормальные отношения. Да. Это уже не тренер-ученик, это друг. Конечно. Но вы знаете, все равно я могу сказать, что у меня какая-то такая, ну, не знаю, аура, которая рождает в моих учениках какое-то стеснение перед учителем. Они, например, не могут. Я помню, у Романова уже стал олимпийским чемпионом. Все, мы приехали из турне, сели за стол, и он даже стеснялся выпить там рюмку водки за победу там, или за приезд домой. И я также своих прошлых учеников, я знаю, что они попивают и покуривают. Но я никогда не вижу, чтобы мой бывший ученик подошел там с сигаретой в зубах. Такого не бывает. Вот такая у нас складывается система взаимоотношений с моими учениками, любимыми, нелюбимыми. Все, в конце концов, любимые ученики. Даже те, которые потом, с которыми ты расстался, потом по прошествии лет, то доброе и теплое, оно остается. А то, что было негативного и рожденное какими-то сложностями, объективными или субъективными, оно пропадает. А напоследок я скажу, что встаю, чувствую себя хорошо, прыгаю в машину, лечу в юбилейный, тренирую прыжки, вращения, программы, музыки, костюмы, осмотры, коньки, ботинки. Потом еду на соревнования, соревнуюсь. Потом еду на дачу, встречаюсь с друзьями, посажу деревце, еще одну яблоню. Не знаю, дождусь я плодов с них или нет, но это не важно. Присаживаюсь с приятелями, чокнемся рюмками, сходим на рыбалку. Ну, и в понедельник встаю, прыгаю в машину. И хочу, чтобы это было как можно дольше. И единственное, чего опасаюсь, я опасаюсь периода старости. Мой папа скончался в возрасте 95 лет. До этого возраста он жил один, ходил в сберкассу, писал научные работы. И откуда у меня вот такая формула, что прожить жизнь без периода старости? Когда скончался наш замечательный актер Зельдин, одна из женщин, которая выступала на церемонии прощания с ним, она сказала: «Вот этот человек, который прожил жизнь без периода старости,
Кстати, Зельдина, я помню, он еще, я был подростком, он танцевал в «Учителе танцев» с гитарой. Это был замечательный актер, прекрасный танцор. И я, конечно, преклоняюсь перед такими людьми, беру с них пример. Хочу прожить подольше и сохранить боевой настрой как можно дольше. И желаю нашим петербуржцам жить так же долго, как жил Зельдин и мой папа Николай Иванович Нишин. Спасибо, Алексей Николаевич, за интервью. С вами очень интересно.